Прошлое видео было неудачным. Даже помощник Макса Коржа оценил мое видео лишь одной простой фразой. Что-то не очень. И есть два варианта почему. Или я сделал плохие придирки, или из-за этого черного квадрата Малевича, который портит качество геймплея. А поэтому... Быстро сделал качественное видео! Что? Быстро сделал качественное видео, иначе пальцы морским узлом завяжу и съесть заставлю! Ладно. А перед этим подпишись на мой канал и нажми на колокольчик. Ах да, клип Little Big Фараденза. Фараденза, ла бока де ла кока, гранде лава Эндре Паула, вилла вида лока. Так мало коки? Да вам этой коки всыпали достаточно. Вы уже использовали в качестве статиста полных женщин еще в клипе Give Me Your Money. Или на этот раз обсмеиваем стереотип самолюбования некоторых исполнителей. Типа Legalize, 50 Cent, ну и так далее. Безумный любовник сельской жизни? Но это максимум маленький городок. В селе я никогда не видел таких санаториев. Нигде. Густо Рико Данте, Перето Престо Пауа, Карма Денза Порагава, Конищи Уауа. Чистая карма. Вот вам чистая карма, наверное. Карма, карма, разве это я? Берег выбираю. А может, Ильич, это пародия на Стаса Михайлова и Джастина Бибера одновременно? А что? И того хотят девушки, и этого. Только целевая аудитория разнится. Но не суть важна. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Dad, my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, I didn't see what's going on, but now I know. Продолжим просмотр. Я испытываю эстетический кайф. Она рисует! А если придираться к распевке, то вот что скажу. Вдохновение Аквой снова в деле. Ну или Аквой нового образца. Ссора из No Game No Life может круче. А, точно. Правда, очень жаль. А теперь послушаем и посмотрим дроп. Отсылочка к Лободе. Вы что, серьезно? Хотя момент все равно прикольный. Отлично, скоммунистил у бодибилдеров золото, заставил имитировать думающие умные лица. Умные лица, разрыв шаблона. Ба! Так еще за пару секунд закадрил себе даму сердца. А татарка против не будет? Видимо, нет. Thank you.
Прикольно. А я-то думал, что эта буфетчица мои запасы поедает. А вот оно как обошлось. Запущу хэштег. Ильич, верни порцию. Вдруг увидит. Эй, а где фирменный выстрел Лавеласа? Я вечный Лавелас. Если уж пародируете самолюбование, так пародируйте все фишки полностью. Эх, век жить, век учить вас, товарищи. Я быстрая трансформация. Мне бы так возраст поменять. Ну хоть на минуточку. Вот такими темпами обычный альфа-самец становится, вы не поверите, айдолом. Потом MC на корпоративе людям, кому за 40. А потом и вовсе чирлидером. И все одним словом. В конце Little Big решили своих зрителей добить собственной придуманной рекламой. Фараденза, ла бока де ля кока. Тарантиновские красные яблоки и Биг Кахуна бургер отдыхают, господа. Но я обожаю хороший бургер. Ну что, госпожа Пязок и Little Big, и на том спасибо. С вами был Алтимарван. Поставь лайк этому видео, подпишись на канал и пусть примет моя благодарность Juicy Beats за предоставленный сочный бит. Всем спасибо и пока. Услышимся как-нибудь.